Утром понедельника возле Дальневосточной государственной академии физической культуры два автомобилиста попали в спорную аварию на весьма коварном перекрестке. Участники ДТП до последнего не могли прийти к общему мнению относительно виновности. У каждого была своя версия случившегося. 24-летний таксист на «Приусе» подвозил знакомых и двигался по Амурскому бульвару в сторону набережной. Оппонент на «Лексусе» спускался по Тургенева со стороны улицы Серышева. Перекресток этот с подвохом. Если все остальные пересекающие бульвар улицы по отношению к нему являются главным, то в этом случае все как раз наоборот. Таксист это прекрасно знал и ехал прямо уверенный в своей правоте. Шофер «Приуса» видел проблему в слишком высокой скорости движения оппонента. Остановиться не смогли ни один, ни другой. Ну, я уже близко подъехал к знаку где-то. Я вижу, лечите, я в любом случае не смог остановиться. Пытались тормозить, все равно он летит на большой скорости, я не мог все равно остановиться, но я ударил напрямую. Вас развернуло, да? Меня развернуло, да. Водитель «Лексуса» уверял, что летел как раз-таки таксист. Сидевший за рулем кроссовера заметил помеху и понял, что остановиться не успеет. В мгновение ока он принял другое решение – добавить ходу, чтобы уйти с линии атаки. Не хватило места. «Приус» врезался в заднее колесо «Лексуса». Несмотря на очевидность ситуации, хабаровчанин вину не признавал. Он считал, что таксист догнал его машину уже за границами перекрестка, потому что зачем-то отвернул влево, словно преследуя мелькнувшую мимо машину. По мнению водителя «Лексуса», оппонент вполне мог предотвратить столкновение. Он практически проехал. Если бы он взял вправо, притормозил и взял вправо, мы бы разъехались. Просто человек... Вчера купил права, а сегодня сел за машину. Кто сказал, я купил права? У меня диплом есть красный, могу показать, три года учился. Спорил мужчина и с сотрудниками ДПС, которые приехали разбираться, кто виноват. Несмотря на протесты, нарушителям полицейские назвали владельца более дорогой машины, как не уступившему дорогу автомобилю, ехавшему по главной дороге. С места происшествия Константин Ковешников, Анастасия Манина и Андрей Алферов.